Утро, Карачаево-Черкесии, приветствуют вас. До конца сентября этого года у жителей Карачаево-Черкесии есть возможность пользоваться скидкой в общественном транспорте республики. Что необходимо пассажирам, чтобы сэкономить с каждой поездки по 5 рублей, выяснял корреспондент Артур Мхце. Уже более месяца у жителей Карачаево-Черкесии есть возможность экономить с каждой поездки в автобусах и троллейбусах республики. Скидку 5 рублей можно получить при условии оплаты проезда картой МИР, загруженной в смартфон. Предложение от платежной системы МИР продлится до 30 сентября 2024 года. Мы стремимся сделать процесс оплаты проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наши предложения, которые сейчас действуют в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяет экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. Чтобы начать пользоваться скидкой, необходимо скачать на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть специально созданное для держателей карт МИР приложение MirPay. Процесс регистрации занимает не более минуты. После загрузки данных карты МИР можно сразу оплачивать поездки со скидкой. Для оплаты проезда необходимо лишь поднести телефон с включенной функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу. Сумма с учетом скидки спишется с карты автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость за вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов, их, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платежная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда, при этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомление или смс-уведомление, в зависимости от того, что предусмотрено по вашей карте. Получить скидку на проезд можно в автобусах и троллейбусах республики, где есть терминалы для приема бесконтактных банковских карт. Сегодня в Карачаево-Черкесии курсирует порядка 100 таких транспортных средств. Ну, на сегодняшнюю минуту около 2000 транзакций в день осуществляется по проезду по вот этому приложению. Хотелось бы, конечно, чуть больше видеть, но я думаю, что еще не все наши пассажиры в курсе, что у нас эта акция проходит. Думаю, со временем раскачается, разбежимся. С информацией о правилах предоставления скидки на проезд и маршрутах перевозчиков, участвующих в акции, вы всегда можете ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платежной системы. Добавим, что в акции участвуют все карты МИР, в том числе виртуальные, которые выпускают многие российские банки. То есть не обязательно иметь карту на физическом носителе. Достаточно выпустить ее онлайн в приложении своего банка, а далее просто загрузить данные карты МИР платежное приложение и оплачивать проезд со скидкой с помощью смартфона. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, порывы будут до 14, а днем при грозе до 18. Температура ночью 16-21, в горах до плюс 12, днем 26-31 градусов тепла, местами до плюс 22. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 18-20, днем 28-30 и высокая пожароопасность.